Конечная. Льюис, я твой дядя Джонатан. Приехали. Наш дом весьма необычное место. Оглянись вокруг. Здесь некого бояться. Ага, я вижу. Да он просто голодный. Знаешь, кто такие чародеи, Льюис? Колдуны. Так ты и чародей? Я дам тебе книги, научу заклинаниям, но в конечном счете все зависит только от тебя. Не хочу брать задохлика. Повезло. Льюис уже все знает? Ну, не совсем. Ты слышишь, как тикают часы? Раньше особняком владел другой чародей. Где-то в доме он спрятал часы. Мы не знаем зачем, но все это не к добру. До этого было 4. Что будет, когда они пробьют 1 раз? Уверена, ничего хорошего. Нужно уничтожить часы. Одному тебе не справиться. Я могу помочь. Хочешь увидеть настоящую магию? Смотри. Тайна дома с часами. Начнем? Ненавижу тыквы.